Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала «Чужое мнение». В эфире новости шоу-бизнеса. Сын олимпийского чемпиона по фигурному катанию и тренера Евгения Плющенко, Гном Гномыч, поделился умилительным роликом в своем микроблоге, как играет с младшим братом Арсением. А поставь его, как, чтобы он походил. Напомним, Александр Плющенко, родные его называют Гном Гномыч, тренируется в академии отца. Ранее Саша дал необычное обещание бронзовому призеру чемпионата мира Александре Трусовой. Он признался, что перейдет в футбол, если не сделает 5 четверных прыжков. Арсюша не такой простой, как всем кажется. Несмотря на юный возраст, он за всеми следит и всех контролирует. Мы его называем директор, подписал ролик Гном Гномыч. А что вы думаете по этому поводу? Оставляйте свои мысли в комментариях, оцените видео лайком, не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить свежие новости. И помните, мы ценим чужое мнение.